Наша розмова піде про дуже приємне, про оксамитовий сезон, про відпочинок взагалі. Що потрібно знати про оксамитовий сезон, про цей відпочинок, куди краще їхати, будемо зараз розбиратися з нашою гостею. І сьогодні наша гостя, турагентка Наталя Цабиряба, розповість про те, де можна відпочити в оксамитовий сезон. Добрий раночок. Доброго ранку. Ну скажіть, у чому ж привілеї відпочивати саме в оксамитовий сезон? Ну, да, здесь очень много больше бонусов, чем таких минусов. Первое – это не так уже жарко, и вы сможете и хорошо релаксовать на пляже, и более интересно – это экскурсионные варианты, отдыхать среди улиц, отдыхать в парках, ездить по музеям, если это интересно. И более интересный бархатный сезон – это дары фруктов, фестивали вина, джаза, музыки. И многие даже стремятся сейчас, летом, больше тому работать, а более планировать отдых осенью. А взагалі є якісь недоліки саме відпочинку оксамитового сезону? Да, ну первое, это если семья с детками, то родители всегда сомневаются, пропускать учебу или нет. Ну а такой важный момент, да, надо выборочно смотреть, какие страны подходят к бархатному сезону, потому что бывает так, дожди, пасмурно или уже прохладно, и будет так некомфортно купаться. Тож, які країни ви порадите для відпочивання в оксамитовий сезон? Первое – это острова Европы. Во-первых, они очень красивые, живописные, зеленые. Это острова Греции, остров Родос, Крит, Санторини. Это вообще ходячая открытка. Испания, Майорка, Италия, Сицилия, Сардиния. Потрясающе отдельно его можно так выделить, остров Корсики. Тем более там уже по опыту снижаются цены на проживание, на фрукты, овощи, морепродукты. И поэтому люди стремятся туда поехать. Во-первых, комфортно арендовать машину, также стоимость аренды снижается. Кабриолеты, кататься вдоль побережья, наслаждаться парками, водопадами. Самое-самое, вот это уже изюминка вкуса, начало сентября и весь октябрь. Тобто це ще економно. Да. Ну, це ви говорили нам про Грецію, я так зрозуміла. Сміксувала Греція, Іспанія, Італія. Да. Що можливо, давайте більш детальніше поговоримо саме про Грецію. Куди б ви радили завітати, на що звернути увагу, що можна подивитися саме оксамитовий сезон, чим зайнятися? Не лише лежати на пляжі та купатися. До речі, можна ще в цей сезон оксамитовий купатися? Буде чи тепле море, чи ні? Да, всі острова, які я перечислила, буде комфортно купатися. Остров Крит – это Греция, он ближе к экватору, рядышком в бонус привилегии остров Санторини. То есть человек, который отдыхает на Крите, мало того, что, ну пусть он выделит себе пару дней для отдыха на пляже, а остальное – это экскурсии или аренда машины, кататься по острову. Самая изюминка – это смотреть разные бухты, панорамные виды, потому что остров Крит вдоль побережья, он не такой зеленый. Холмы, горы, но не такого эффекта вау. Остров Крит требует к себе большего внимания, чтобы его открывали. То есть вглубь острова поехать, вот там сочная изумрудная зелень. Или же вдоль побережья ездить и находить более 7-10 разводов бирюзы, бухты, которые невероятное слияние нескольких морей, и ну, можно часами там пропадать. Поэтому вообще по опыту и рекомендую всем, если остров, то выделять больше, кататься и рассматривать эти красоты. До речі, ми відпочивали, у нас був, так сказати, медовий місяць на острові Кріт, і мені дуже сподобалося. Ми теж взяли автомобіль і каталися по всьому острові. Він не такий вже великий, його можна прокатати там за, ну, за 3 дні, може так десь, якщо весь день кататися. До речі, брали кабріолет, так собі шиканули. Ціни були більш-менш такі адекватні. І я пам'ятаю, ми теж заїхали на якийсь такий залив, і там було, як у рекламі, баунті. Райська насолода. Так.
дуже гарно, таке, такий відтінок моря просто нереальний. Да, это бухта Балас, она самая знаменитая, интереснейшая, и все, кто попадает на остров Крит, когда листают рекламные экскурсионные списки, они видят бухту Балас, и там крапинки розового песка, и с разных сторон видишь такую интересную зеленцой, бирюзой, разводы воды. Угу. Так, якщо у вас є можливість, обов'язково завітайте, подивіться, насолодіться такою можливістю. Стосовно Іспанії, що можна робити в Іспанії на оксамитовий сезон? Чи можна там також щось подивитися, не лише в Греції? Да. Іспанія – це вже додається архітектура, історія, живопись. Ну, перше – це навіть бархатний сезон, можна поїхати на материкову частину, це прилетіти в Барселону, саме таке із популярних і більш вигідних по ціні, і відпочити в Барселоні кілька днів. Там есть чем заняться, и кататься, и ходить. Достаточно только по улицам глазеть и рассматривать эти классные архитектуру. А далее есть еще вдоль побережья несколько интересных курортов. Коста-Дорадо, Коста-Браво. Вот там уже приятный, уютный пляжный отдых. Тоже несколько таких бухт, уютных пляжей. Вот. Или же отправиться сразу на Майорку. Но это более тем людям, которым хочется уйти от архитектуры, там акцент сделать на один-два дня. А далее это уже водопады, озера, пальмы, ну и, конечно же, пляжи. Пляжи даже с белым песком. Яку країну ви можете порадити для людей, які полюбляють відпочивати спокійно, лежачи на пляжі, нічого не робити? Они у меня все сразу. В принципе, да, действительно все. Ну, хотя нет, вот ко мне пришло на ум, это Греция, остров Корфу. Вот он такой умиротворенный, вот он такой гармоничный, умиротворенный. Человек приезжает, и, наверное, он уже чувствует такое расслабление, и ничего не хочется, как просто где-то увидеть гамак, лежак, книгу и читать, отдыхать. И, возможно, он выделит себе один день, поездить в маленькие вот городки, как на открытках, посмотреть, где-то выпить чашечку кофе или съесть греческую национальную кухню, попробовать, и все. И там только у моря отдыхать. Куди ви поїхали, вибрали, який саме курорт із того, що ви розповідали? Я дуже хочу на Корсику поїхати. У меня все туристы, которые посмотрели Сицилию, Сардинию, Майорку, они их равняют ну, вот, ну, одинаково потрясающе, как они говорят. Но Корсика – это особая жемчужина в Европе. И все стремятся поехать. На самом деле туда не очень дешевые авиабилеты, но есть некоторые интересные маршруты. То есть прилететь на материк Италии, а дальше еще в бонус посмотреть чуть кусочек Италии, потом на пароме на Корсику и отдыхать там, и далее обратно. То есть да, это более активный вид отдыха, но тем не менее приключения, все же мы попали на Корсику. Розкажіть про відпочинок в Італії. Що там можна подивитися в оксамитовий сезон і куди поїхати? Да, это сразу Амальфітанське побережье. Оно із самых ну, таких впечатлительных. И, кстати, очень многие картинки, открытки, рекламные вот такие события берутся именно оттуда. Именно там фотографируют разных ракурсов города и выставляют вот как это Италия. Многие сразу видят, о, это Италия. Италия очень разная, но именно то побережье, во-первых, до октября включительно тепло, комфортно, даже цены ниже на аренду машины, на аренду отелей, апартаментов. И плюс там вот такие бухты красивые, там достаточно местный транспорт. Ну, велосипед не думаю, мотороллер или маленькая смарт-машинка, которая даже бывает там 17-18 евро в день, и кататься по этим маленьким городкам. Мы даже иногда не видим границ. Да, но это тем людям, которые любят именно наблюдать за спокойным ритмом жизни.
Вот это то им надо. И, кстати, яхтинговые дни очень даже будут полезны. Арендовать яхту или компании, или скооперироваться с другими людьми. Гиды, экскурсоводы это, в этом помогают. И вдоль Амальфитанского побережья, вот этого каблука-носка, так сказать, приехать и просмотреть красоты. Да. Окрім європейського відпочинку, де ще ви пропонували? Куди ще можна поїхати, щоб була і сприятлива погода, і гарний відпочинок саме от в оксамитовий сезон? Ну, тут вже включається Азія. Всеми любимая Азия, которую, кстати, многие тоже уже не летом, уже не весной, а именно ориентируются на отдых осенью, зимой, чтобы уже отправляться в Азию. Морепродукты, фрукты, океан, и вот оно счастье. Это Индия, это Таиланд многогранный, Шри-Ланка, или уже обратно в, обратиться к потусторонней, к Северной Америке, это Доминикана, Куба, тоже уже маршрут другой, прилетайте к нам. Но ориентировочно по востребованию уже можно в начале октября рассматривать Шри-Ланку, а уже в середине ноября Таиланд. Точно ми вже не попадемо в проливні тропічні дожди. Чому особливість саме відпочинку в Азії? Що там такого цікавого, що можна подивитися? Там потрясающая природа. Она другая. Она не такая, как в Европе. Да простят меня, конечно. Но она очень в то же время разная, в то же время такая приятная, климат классный, такой приятный. Люди, когда приезжают, у них, да, у них немного климатизация, полтора-один день, но потом они понимают, как будто здесь жили всю жизнь. Морепродукты многих привлекают. Ну и плюс, все-таки это другая цивилизация. Когда они углубляются в нее, они отвлекаются от своей. Это как будто из своей кастрюльки уехать и в другую. І повністю відключитися, тобто повністю розслабитися. Угу. А чи існують гарячі тури в оксамитовий сезон? І куди вони найчастіше? Это всеми любимая популярная Турция. Это Испания, это Греция, три восклицательных знака. Это даже Хорватия, Черногория. Хотя вот эти две страны очень даже осторожные, потому что по погодным условиям, по практике, уже в начале сентября там уже дожди, Адриатическое море красивое, но при этом достаточно суровое, сразу очень быстро снижает температуру. А так, добро пожаловать в эти три страны, Италия, Испания, Греция, они всегда в приоритете. Стосовно Турции, до какого периода все же таки можно там відпочивати? До 20 октября включительно. И, кстати, Турция, я с многими в этом году сталкиваюсь, банально, неинтересно, уже надоело. А Турция, ну, она настолько тоже многогранна, ведь есть не только Анталийское побережье с большими отелями, и все включено, а есть еще Мармарис. Он другой. Там вместо холмов ориентир как брокколи. Эффект залива, эффект Эгейских островов, Бодрум, тоже Эгейское побережье. Это вообще Турция плюс Греция. И, кстати, возле Турции, возле Бодрума и Мармариса Эгейские острова, плюс еще греческие острова. На пароме с биометрическим паспортом из Турции перенестись в Грецию, потом обратно в Турцию. Ну, в общем, очень даже их комфортно. Многие, которые все-таки наконец-то решились и отправились на Эгейское побережье Турции, говорят, да, это вообще, это как другая страна. Мы взяли все включено, наши дети также аниматорами довольны, водными горками и сервисом, но в то же время мы другую картинку в Турции увидели. Які б країни ви не радили відвідати у самий оксамитовий сезон? Можливо, там холодні дощі або холодне море? Португалія вот такая чудо на грані. То, что те люди, которые любят теплое море, понежиться на пляже, то в Португалии уже можно столкнуться с ветрами, местами, там надо выборочно выбирать. Также Хорватия, Черногория, тоже нужно так оценить обстановку, какие погодные условия.
и далее понимать, насколько они там рискуют, не рискуют и как, к какому отдыху они готовы. Если не в приоритете купаться, то да, почему бы нет, почему бы не посмотреть эту страну. А если хочется именно такой жаркий, теплой погоды, тогда нет, лучше не стоит. Или, по крайней мере, проконсультироваться с интернетом или с турагентом. В Украине чи можно десь відпочити також в оксамитовий сезон? Що ви порекомендували? Да. У меня, кстати, у моих коллег, у меня много запросов. Сейчас бархатный сезон Карпаты. А почему? Потому что, во-первых, там уже не так парит. Во-вторых, панорамные виды, грибы, рыбалка, попить водичку, отдохнуть. И вот там, кстати, уйдем от Греции к Корфу, где я говорю о спокойствии. Вот в Карпатах можно найти спокойствие. Медитация. Очень много спортивных комплексов устраивают фитнес-туры и особенно йога-туры. Это даже в приоритете в Карпатах. А де ви порадите відпочити нашим дніпрянам, саме, може, в нашій області, в оксамитовий сезон? Да, ну, это первое, что мне пришло на ум, на байдарках. Поход на байдарках, те, у кого нет сейчас отпуска, но есть 2-3 выходных, отправляйтесь в походы на байдарках по речке Релина, одна из самых чистых, и отдыхать очень даже, тоже красиво, тоже имеет смысл там побывать. Да. Дуже дякуємо. На жаль, наш час плине просто миттєво, дуже швидко. Ми хочемо нагадати, що до нас сьогодні завітала Наталя Цибиряка. І я сподіваюся, що все ж таки ви щось для себе дізналися, відкрили якусь країну, або просто захотілося. Я слухала про Карпати, мені неймовірно захотілося просто побувати знову, поїхати, насолодитися цим лісом, водичкою, просто відпочити. Тож обов'язково плануйте ваш відпочинок, тим паче, що оксамитовий сезон не за горами.